В последнее время на улицах города Силамяя все чаще можно встретить диких животных, будь то лось, рысь или лиса. Что необходимо делать при встрече с диким животным на улицах города? Я думаю, что самый правильный совет будет сказать в первую очередь, и вообще в основном, это не контактировать с животным самим. То есть у нас есть две службы, которые занимаются животными. Это либо Кесконамет, либо спасательный департамент. Можно позвонить по номеру 1313, это Кесконамет, и либо 112, это позвонить в спасательный департамент и сообщить, что за ситуация, и там уже дадут какие-то рекомендации или что делать, или направят туда службу для реагирования. То есть контактировать не надо, а нужно ли его испугать? Есть такой миф, что если показать лосю или медведю, что ты больше его, или взять какую-то палку, нужно ли предпринимать такие действия? Я думаю, что это будет самая большая ошибка, которую можно только придумать. То есть разная ситуация может быть. Если, например, мы говорим, что в лесу встретили, то здесь, конечно, во-первых, лучше показать, что вы есть на месте, потому что если испугать животное, можно еще хуже сделать, оно может отреагировать непонятно как. Поэтому если заметили животное, просто начинайте спокойно оттуда уходить, и не нужно ни в коем случае его как-то с ним бодаться, мериться силами и как-то с ним... против него идти. Если это в городе, то получается тоже не нужно с ним контактировать, не надо его ловить. Лучше всего, если это животное, например, ранено и может само двигаться, лучше всего, чем меньше людей, тем лучше. Поэтому лучше всего не дергать это животное, оставить его в покое, отойти подальше от него, чтобы оно не стрессовало. И раненое животное, оно еще опаснее, чем здоровое животное, то есть как оно поведет себя, никто не знает. И даже с виду очень милое животное, зверек, может повести себя очень агрессивно, может кусить. Нужно не забывать, что у диких животных могут быть какие-то паразиты, они могут переносить какие-то болезни, и даже маленький укус маленького хорька может потом вылиться в очень большую беду для человека. Команда ЕСНТВ вышла на улицы города Силамяя и поинтересовалась у жителей, а встречали ли они диких животных и знают ли, что необходимо делать. Ну, оленя видел, лис, рысей, зайцев. Знаете ли вы, что нужно делать при встрече с диким животным? Без понятия. Ну, а что бы вы делали? Ну, по крайней мере, остановился бы. Вот я на машине езжу и останавливаюсь, чтобы они прошли мимо, чтобы не беспокоить их самих тоже. Потому что не ожидаешь от них, от животных, от диких, что они могут сделать. А, лисов видел, вот там, около завода. Знаете ли вы, что нужно делать при встрече с диким животным? Ну, лучше ничего не делать, я так думаю. Не реагировать вообще, посмотреть, не приближаться, скажем так. Их ты не встречал, я их только в лесу встречаю. Знаете ли вы, как нужно действовать при встрече с диким животным? Брызги по горло, и багажник, и на шашлык, как? Вы смелый человек. Мы в Советском Союзе родились. Мы отчаянные люди, служил в Афганистане, мне пофиг. Скажите, а почему дикие животные стали появляться на улицах города, с чем это связано? А что, не в курсе? В лесу что делается? Все повырубали, жрать нечего, вот они и сюда и ходят. Уважаемые жители города Силамяя, берегите себя и своих близких. За последними новостями следите на сайте «Молодой ЕЕ».